Всем привет! Всем привет, мои хорошие! Всем привет, мои хорошие! Мы Светлана Эндер. Сегодня будем снимать вам новое видео. Как я обещала, мы идем к Узлемчику. Узлемчик ждет нас, мы будем делать мангал. Мангал я поджас. Ашкин я поджак. Ашкин. Так что, вот такие вот дела. Чухня. Мужчина сказал, испугали меня. Они, знаете, боятся, что я, наверное, больная или что, сразу такая реакция. Мужчина испугался, идет, мы с Ашкиным обсмеемся. Ну вот я же сказала, скоро все. Хэп мерсин, коша джак бенда. А смотрите, когда Ашким Гюльюр не знает, когда... Какой он холёсий! Хэп мерсин дейд. Бютун мерс. Бютун мерсин. Хэп мерсин не. Учитель мой. Да, мам, идем мы к заловушке, покажу вам все интересное. И ее. Турецкие сладости. Они делаются очень легко. Тесто обжаренное, обжаривают такое в масле. Потом опускают сахарный сироп. Надо мне зимой тоже начать это делать. Вот такие вот. Ашкин пошел что-то купить, попить. Ну, мы почти пришли. Пройдемся вместе с вами. Так мне нравятся эти дома здесь. Очень красивые, но они, блин, такие дорогие, наверное. Эти двор такой красивый. Спортивные площадки. Срезают деревья. Ну, айдат платят за это. Немалый. Сейчас здесь надо подождать Ашкима. Вместе с вами подожду. Ой, я настоящий комик. Иду и смеюсь, как чихну. Как чихну, так всех распугаю. А вы так чихаете? Хочу кое-что разъяснить, пояснить насчет бриллиантов. Видео, что я делала накануне про бриллианты. Ну, мы смотрели там для знакомой. Моей подруги, конечно, не для себя она смотрела, а для знакомой, ну, хочет сын, хочет обручить девушку, и вот выбирали это кольцо. Так что, ну, мне, если честно, бриллианты в Турции не понравились, в Грузии намного лучше бриллианты, очень красивые ювелирные изделия. Дай бог, чтобы я поехала, я вам покажу такие изделия. Даже если я захочу покупать бриллианты, то обязательно буду покупать в Грузии. Лучше всего и советую покупать золото. Золото растет в цене, вы сами знаете. Пришли мы. Не встречает нас на балконе. Зато соседки сидят. Хорошо, что сейчас целовать не надо, а то раньше всех целовали. Она ждала нас, моя красавица. Алды. Бишкерди наши. Ой, булдук. Смотрите, какое чистое. Тертемис, моя гюрюмджи насыл. Моя шкибак.
сейчас будет шкем. Мангал. Сен кендине яптын осы? Эвет, сос яптым. Сонра тарихи бер бана. Эркес силген чар. Озлем, беним видео соруйорлар. В моем видео спрашиваете, нерде коджам, бекар мы, Озлем. Евлием. Асо? Бе оғлым бар. Лисе өрәнчісі. Коджам, otelde çalışıyor yazlık. Mersin'in çıkışında otelde çalışıyor aşçı. Aha. Yemek yapıyor. Şimdi ben söyleyeceğim. Şimdi dur. Ana сказала, dur bir dakika canım benim. Ana сказала, что она замужем, у неё один сын, сын учится в лицее. Муж у неё повар, работает за городом, поэтому не может приезжать. Sonraşken söyle. Şimdi sezon yaz sezonu olduğu için. Aha. Oteller dolu. Çok sık eve gelemiyor, yemek yapıyor çünkü 100-150 kişiye yemek Aha. yapmak zorunda. Sabahtan başlıyor. 150? Evet. Aa. Çünkü otelde olduğu zaman 150 kişi oluyor. Onların hepsine sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği yapmak zorunda. Yoğun olduğu için eve gelemiyor ama sezon bittikten sonra otel yine kapanmıyor. Ama eşim yine oraya gidiyor, orada resepsiyonda filan. Otelin bakımıyla ilgileniyor. Yani otel onun evi oldu artık. Tamam, şimdi tercüman yapayım. Она говорит, что ее муж работает в летний сезон в отеле поваром еще раз, что он должен приготовить и завтрак на 150 человек, когда летнее время заполняется, отель 150 человек, и должен приготовить обед, ужин, и он не успевает каждый день ездить, очень устает, поэтому сейчас приезжает очень редко домой. Когда закончится сезон, он будет чаще приезжать, мы вам его покажем. Tamam dedim. Tamam. Herkese selam söylüyorum, bana yorum yapan yengemin arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yengemi takip eden kişilere teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Tamam aşkım. Teşekkür sana da. Teşekkür ederim sana da. Посмотрите, моя хорошая. Yengemi akşam kahvesi. Yemekten önce kahve sürmek istedim. Я попросила ее кофе, она мне готовит, моя. Teşekkür ederim, sağlık. Benim aşkım, seviyorum seni. Ay, Alozi. Ахахахаха. Ой, aşkım, ne güzel. Видите, а вы говорите aşkım tembel. Aşkım çalışkan. Aşkım benim. Çalışkan. Kebapçı. Mangalcı kebapçı. Tavuk şiş yapar. Kebap yapar. Как ему подходит красный. Aşkım sana bir kırmızı çok. Kaç saat lazım şimdi beklemek? Çok uğraşmak lazım. Oy. Как хорошо, балконда утураджас. Sen dün gitmedin mi komşulara beraber? Sonra gidemedik çünkü arkadaşım mesaiye kaldı. O yüzden gidemedik. Ama sen zayıfladın canım benim biraz. Ben 58 zayıfladın? Kiloda 55 kiloya düştüm. Çünkü sıcak. Mersin çok sıcak. Yemek istemiyor. Benim aşkım nasıl iyi, bir de çok fazla su tükettim. Su çok içince metabolizme hızlanıyor galiba. Biraz zayıfladım. Ama Deniz'de. Daha önceki kilolarım da zaten kendi kilolarım değildi. İlaç tedavisi falan gördüm. Onların verdiği kilolardı. Gerçek kilo bu. Beni artık böyle göreceksiniz. Да. Gerçi benim ailem beni her sene farklı görür. Bir 68 kilo görür. Kaç? 60? Ben en son 2 kilom 64 kiloda. 64 kilograma была тоже. Сейчас 56. 10 kilo. Kilo güzel oluyor. Сразу говорит лицо. Akılım benim, bak sen aşkım. Yüzüm birazcık uzun olduğu için yüzden de zayıflıyorum. Biraz o daha yaşlı gösteriyor. Говорит, возраст придает. Когда худею. Bir dirhem et bin ayıp örter derler. Türk insanları. Ama sağlık açısından da zayıflık daha iyi. Doktorların da tercihi böyle. Ну, для здоровья это полезно, что худеешь. Не успела я вам перевести, не могла ее остановить уже.
и перебивать поэтому. Но она говорит, что сейчас не кушает, почему похудела, потому что жарко, пьет воду, не хочет кушать. Ама сен язын херзаман байрам арсунра сен херзаман зайфлиорсун. Денизе сен хич гитмедин? Уйот денизе гитмедин. Аквапарк да йок. Денизе... Не пошла на море вообще. Хады гидиджес Рамазана Янында? Рамазан чок йок. Отель долу, beni bile kabul etmedi. Yani hep dolu diyor. Ben yatacak yer bulamıyorum diyor. O yüzden. Ama ben... biz niye lazım otel? Deniz'e diyorum. Ha deniz için mi? Evet deniz otel ne? Günübirlik gidebiliriz mesela sabah gidip akşam gidebiliriz. Evet ha? Böyle istiyoruz. Evet, çünkü yatmaya şey yapmıyor. Müsaade etmiyor. Yatmaz ki zaten yengem. Yengem de yatmaz mı? Yengemde de başka evde uyumama şeyim var. Не люблю я в другом доме спать. Ama senin evde seviyorum ben. Önceki de uyudum. Bir kere. Da, одну ночь я спала у нее. O da gündüz uykusuydu. Gece uykusu değil yenge. Nasıl? Gündüz uyumuştu. Gündüz, ha, днем спала я. Bir de benimle hastanede rekakatçi buluştuk. Da, говорит, когда она операцию сделали, тоже... Я за ней смотрела всю ночь, когда пришли, я днем поспала у нее. Та мамашкина. Так медленно жарится на электрическом нашем мангале. Конечно, это не на огне. Вот еще столько. Будем ждать. Ну, вкусно пахнет. Как раз и проголодаемся побольше. Мангалджи. Мангалджи, сынашка. Чаби, жена. Дивану на кюту верну, мальчик. Ну, урдан, урдан. Рахсы, да. Ну, 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 güzel. Biz de bir ara şeyde yapıyorduk. Tost makinesi. Салат сделала. Ама, гёстер сенин, насыл гюзель вархэп. Улур мы? А? Посмотрите, как у нее, как в турецкой женщине, и все по полочкам. А? Насыл гюзель табакалэр. А? Вак. Посмотрите, покажу вам. Посуду ее. Ты на мне все показывает. Посмотрите, как красиво. Она гюзель сама пьет. Ага. Это все с кафе. Амбар. Здесь вот банки. Салча, да, бурада бирше? Как склад. Burada da yine bardaklar. Там тоже. Yani küçük kaplar. Aha. Çok düzenli değil. O da güzel burada var sende bir şey. Çok var. Evet. Aa, здесь у меня водка. Посмотрите. И вот этот тут güzel bıçakları красивые здесь эти. Покажу вам, видите? Ага. Сковородки, кастрюли. Так. Сколько у меня? Потакала узле. Не варшу. И тут то же самое у нее. Все в порядке. О да, гюзель. Она для вас все показывает. Сашки, я пойму. А чертит без? Сашки, то. Мераба. А вот это узлема чуджук. Посмотрите, какой высокий. Красивый мальчик. Нердесе. Не я ищу я. Arkadaşın telefonu saç yok. Saçlarım uyumuş. Nereye sesin?
işte telefon var işte. С дядей разговаривай. Ну что, пошли мы кушать, проголодались уже 8 часов. Раньше не пришли, потому что жарко было. А вот видите, 2 часа пришлось жарить, полтора часа жарили. Enes, Beşiktaş maçını izledin mi lan? Ne güzel yenildiniz ama 2 dakikada. Adamlar 30 dakikada sizi yendi ha. 30 dakika. Tak tak tak. 3 gol bitti. Ondan sonra geriye çekildi. Ben girdiğimde... Ay, video опять снимаю. Kaç yaşında Enes'e söyle. 16 yaşında turizm otelcilik okuyor. 16 лет. Туристическом лицее. Staj yapacak. Aha. Seneye Allah izin verirse. Yetişecek orada, turizmci olacak. İnşallah. İngilizce, İngilizce biliyor musun İngilizceyi? İngilizcesi iyi, güzel. Английский говорит, знает. Там Машке мас калды. Мас калды. Собирает, собирает. Посмотрите, какая вкусная. Ачисы савьор. Энис любит все острое. О, Гюрджу да улабилир. Гюрджу стан на китме клязем. Ну. О, радачок савьорлар. Ачисы. Я тоже хочу. Все, приятного всем аппетита. Аппет олсун херкес. Не улыор бурада. Ne güzel kral 1, kral 2. Kralın. Çay saatini geçtik. Bunu yeni okuduğum roman. Вы видите, опять новая книга. Çok güzel bir roman. Roman bu. Ты моя золотая, какая она умница. Diğerlerini bitirdim. Sırada 2 tane daha kitabım var. Aşkın da aldı senden çok kitap. O çok okuyor. Hiç okumadı değil mi? Ne zaman başlayacaksın aşkım? Roman. Бенди, чем ше? Посмотрите, посмотрите, я говорю, 3 книги взяла, когда будешь читать? Не за ману кой джексы. Ашкам, сана кормызы, атлет бен аладжа. Атлет, тишот. А, бир хафта, гечти, бир хафта. Учак да оле, а, Эльдан. Ана, учуш коду ва? Код, вериоларса. О кодла бакиосу, месела. Нерейн үстердесин. Там жанам. Havada diyor uçuyor, işte 15 dakikası var, şeye girecek falan diye. Biz şimdi bir gün yine hep olayları ben çözüyorum. Sen daha bir çok akıllı. Şimdi Nazlı şeyden geliyor, Batum'da. Biz İstanbul'da bekliyoruz. Nasıl bekliyoruz? Salak gibi bekliyoruz. Orada böyle bakıyoruz, gelenlere bu mu bu mu diye. Sana çok teşekkür ederim, elini sağlığını. Ben de teşekkür ederim, sizi gördüğüme çok sevindim. Спасибо большое, Узлимчика. Мы идем домой. Пишите комментарии, ставьте лайки, лайк, 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 лайк. Подписывайтесь, абоне олун, абоне лик олун. Беклиорус, görüşürüz.